Добрый день, дорогие друзья, с вами Вячеслав Кипкаев. И вот я запиливаю очередной видос, и он касается сервисных инженеров газовой отопительной техники. В основном те, кому это не интересно, могут не смотреть. Ну, а сервисные инженеры могут посмотреть и как бы позадавать вопросы. Касается этот видос газового настенного котла BOS 4000, который я выкладывал ранее. Напомню вам, в чем там суть проблемы была. То есть он выходил в тестовый режим 100%, то есть нормально все было. При запросе горячего водоснабжения он давал, отопление тоже давал. Когда переходил в режим, дежурный режим, свой рабочий, нормальный, значит, при запросе ГВС стартовал, все было хорошо, но отопление, соответственно, не запускалось. В чем суть была проблемы? Как бы газовый котел 4000 управляется вот по такому датчику. Датчик НТСЛ называется. Вот, то есть я проверил целиком котел, прозвонил его, все было хорошо, все хорошо, показал мне все прекрасно. Ну вот по плате. Предвижу вопросы на YouTube, когда будут спрашивать в комментариях о том, что что не поменял плату сразу. Ну, не суть. Суть-то не в этом была. Мне бы хотелось как бы разобраться, в чем проблема-то, собственно. Ну, а проблема была, значит, вот такой вот пиздюльки, назовем ее. Вот она. Которая отвечает за этот НТС-датчик. Вот она вот такая. Не видно, наверное. Покажем. Вот она. То есть, ну, здесь вот контакты, 4 ножки. То есть, здесь было просто не пропай. Ну, вернее, вообще ничего не было. Я его просто отогнул, посмотрел. И, соответственно, увидел, что там ничего нету. То есть, она, ну, практически не держалась. Да? То есть, когда я взял вот так вот, замкнул его. То есть, котел у меня запустился. И все было хорошо. То есть он проработал какое-то время, ну, соответственно, отпускаешь, контакта нет, и он блокируется. То есть, ну, это заводской брак, на заводе пропустили. Напомню, что данные котлы 4000, наверное, уже сняты с производства очень давно, это производство Турции. Ну, вот попался. Поэтому, если будет кому интересно, то есть сервисным инженерам газовой отопительной техники, это вот как бы к сведению примите, что вот такие вещи бывают на 4000. Ну, всем добра, всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки. Канал YouTube Вячеслав Кипкаев, ВКонтакт, Facebook, Instagram, все там есть. Ну, всего, всем добра, всего хорошего и позитива. С вами был Вячеслав Кипкаев.